Здравствуйте. Нужно проехать на парковку. Там газель стоит, мешает проезду. А зачем у меня нас снимать камерой? А что, мне запрещено снимать вас камерой? А что вы хотели-то? Я хочу приехать на парковку. На парковку? Да, городская парковка, тут рядом с зданием. Подождите. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да вот заехать хочу на парковочку, как обычно. Опять ваша машина стоит. Вы сейчас находитесь в управлении, покажите ваши документы, пожалуйста. Документы. Я могу с вами на улице поговорить. У меня нет с собой документов. Вы сейчас находитесь в управлении. Вы машину берете или нет? Вы сейчас находитесь в управлении, я хочу знать, с кем я беседую. Меня зовут Илья, нет с собой документов. Вы находитесь в управлении, вы обязаны предъявить документы. Кому обязан? Я не захожу в управление. Я захожу вот место, которое общедоступно. Я дальше не прихожу. Так. Дает мне право проверить у вас документы в связи с тем, что вы находитесь в управлении. Хорошо, давайте, я буду с управлением. Пожалуйста, выходите. Машину не будете убирать. Вы, пожалуйста, либо предоставьте документы, либо выйдите из управления. Документ, удостоверяющий личности. У меня нет с собой документов. Тогда, пожалуйста, выйдите из управления. А какое отношение имеют мои документы к машине, которая стоит у вас? Вы сейчас находитесь в управлении. Так. Если вы находитесь в управлении, вы должны предъявить документы, удостоверяющие личности. Где такое написано? Статья 11 ФЗ о судебных приставах. Ознакомьте меня с ней, пожалуйста. А? Ознакомьте меня с ней. Хорошо. Я выписку вам распечатал, пожалуйста. Статью 11 вы можете без проблем найти. Когда вон у вас, я нашел, здесь она уже написана. Все, пожалуйста. Показывайте. Проверять документы, связь личности лица, находящиеся в здании, помещении судебных приставов, а также разрешение лиц, полномочных. На данный момент вы не выполняете моего требования. Мои требования законны. Вы находитесь в управлении. Прошу документы вашего удостоверяющего. Нет с собой документов. Сейчас я покину. Да, пожалуйста, сейчас. Выйдите. Хорошо. Я сделаю звонок 02. Пожалуйста. Все отлично. Вы имеете полное право. Я знаю свои права. Добрый день. Добрый день. Попробуй поставили там. Что случилось? А вы будете по вызову приехали, да? Да. Ну вот смотрите, видите автомобиль. С кем? Кому объяснять? Всем, да? Автомобиль Соболь. Видим. Он мешает проезду транспортных средств на парковку. Мы не обратите, городская парковка. Знак парковки, даже место для инвалидов есть. Угу. Это нарушение пункта 12.4 ПДД. По-моему, главой 6 или 8, я точно не помню. Данное транспортное средство нужно каким-то образом сделать так, чтобы проезд простых граждан был туда возможен. Без проблем. Хорошо. Заявление писать будем? Заявление. Ну, давайте сначала добьемся какого-то результата, а потом я заявление, конечно, напишу. Вопросов нет. Ну, пойдемте. Ну, да, знаем их сторону, что они могут сказать. Я там был уже, конечно, пойдемте. Пойдемте, знаем. Может, как бы камера тут не обязательно? Ну, я считаю, что необходимо даже. Ну, уже сняли. Чем видно же. Желаете. Ну, не на их стороне, не на вашей стороне. Нет, это понятно. Ну, ради объективности, вам чего бояться или стесняться? Мне ничего бояться, как мне. Ну, вас, понимаете, ваш прав. Сейчас слушайте, кто не скажет. Чего они не сидят в машине, почему не убирают? Ну, сейчас ну, слушайте. Я могу сказать, что это уже четвертый вызов сотрудников полиции. Раньше приезжали ДПС. Протокол они не нет, не составляют. Чего? Не хотят? Сейчас выясним. Лучше немножко дальше пройти, а то она будет орать. Ну. А вы на стоянку вам, да? Нет. Ну да, хотел бы заехать на парковку, конечно. То есть заклеен? Ну, я могу вам немножко вперед забежать. По публичной кадастровой карте данная парковка не относится к данному учреждению. Их территория здание и за зданием с той стороны. Это даже забором огорожено, если вы будете на улицу посмотреть. Ага. Данная территория – это публичное место. Ну, я думаю, проблема машины – это разрешим проблему. Ничего такого страшного здесь нет. Я надеюсь. Сейчас выслушаем, что у них скажут. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, пройдемте. По поводу кого? Ну, я бы тоже хотел пройти, потому что это... Документы, удостоверяющие вашу личность, пожалуйста. Пожалуйста. А машины, говорит, мешают проезду. Сейчас тебе глаз объясни, да? Паспорт гражданина, руки не передаются. Вот сюда, пожалуйста. На первый пост. Запиши.
Все? Сейчас, подождите. Записывай, записывай. Сейчас, подождите, я запишу. Все, можете убрать. Ну, было такое. Ну, сами тебе копии сделали. Можно пройти, да, разрешать? Человеку объяснили, то, что вот такая ситуация, то, что есть такой приказ у нас. Этот гражданин не показал нам первый раз документов, то есть я попросил, чтобы он... Ну, я раньше подъезжал, вы раньше не показывали. Ну, хорошо, давайте. Давайте тогда я вам бланк объяснения оставлю, напишите кратенькое объяснение по данному факту. Хорошо. Мы пойдем выяснять это дальше. Я пойду с человеком пообщаюсь. Вы взяли, да, приказ? Да. Тебя, Миша, возьмешь объяснение? Но есть такая, да, у нас было такое. И места массовой концентрации людей, да, вокзал, аэропорт, там, на центральном рынке тоже видели, где автовокзал был, не запускали вообще гражданские машины на территорию. Вот, они мотивируются этим приказом. Сейчас мы прочитаем этот приказ и посмотрим все. Да, давайте посмотрим, просто я немножко могу, немножко по теме подкован, я могу сказать, что ограничением могут накладываться только на территории, которая относится к данным учреждениям. Припаркован возле вокзала, прилегающая территория, это территория вокзала. Понимаете? Нельзя накладывать ограничения на территорию, которая не относится к данному ведомству. Данное место не относится к ведомству судебных приставов. Вот в чем разница, понимаете? Давайте почитаем, просто, может, там написано прямо конкретно. Так, прилегающая к ним территория, прилегающая. Это считается прилегающая территория. Не территория, а прилегающая территория. Угу. Так, к ним обрабатывают технические состояния охраны и контроля. Соответственно, законы, власти, все это действия, все это намочка. С федеральным органом исполнительной власти, осуществляя функцию обеспечения исполнительной власти 10 лет. Официальная функция для реализации обеспечения функции. Для безопасности судей, заседателей, участников судебного производства, судей, а также охраны зданий судов, совещательных комнат, судебных помещений, судебных приставов, обязаны принимать необходимые меры по предупреждению терроризма. После выявления преступления, основным причинами, условия способствуют, что решение терроризма акт. Республики Дагестан, ну вот. При проведении прилегающей территории, ну, на второй, так. По данному факту, это немного умное дело, в результате происшествия, в целях повышения эффективности, организовать работу по противодействию терроризму. Примите незамедлительные меры по усилению контроля, занесения службы, зданий, помещения судов, судебных приставов, по УП, так, ладно. А также за осуществление охраны зданий террористов. Кстати, у меня просьба машину переставить вашу если в ПДД прямо на тротуаре. Или включить подвесковые маячки. Переставь. Видите, люди ходят, там так скользко. Вот, смотрите, вот, стреляем. Упадет, не дай бог, на вас. Да. А запрещение въезда не сказано ни слова. Нет. Здесь написано контролировать, упорядочить парковку транспортных средств вблизи зданий судов, зданий судов, пожалуйста. Перекрыли вот и порядочить. Нет, порядочить, ну что, бама. Конечно. Ладно, пойду с ними все дальше. Игорь. Подъедет, не? Подъедет, да, не. Начальник Паша. Сейчас, подожди, подожду, позову их, что? Просто несторожно. Дальше я останусь. Здесь написано, так, что контролировать, да? Ну не перекрывать же. Сейчас приглашу специалистов юридического дела, то есть они дополнительно с вами побеседуют по этому вопросу. Запрета нет, данный документ нет запрета на парковку гражданских лиц. Контролировать, пожалуйста.
наблюдаете, паркуете. Я тоже в ваших приказах не силен, может оно и есть, но здесь написано, то, что контролируют, упорядочить. Сейчас специалист вам позвал или... Так что, вы пройдете? Я пройду, конечно. Я могу пройти? Нет. Как? Потому что... Как заявитель? Потому что... А для чего-то переписывали документы мои, данные? Чтобы вы здесь находились, видимо, в управлении. Находились? Да. Вот и не регламентируется этим приказом то, что здесь проверяющая территория, не дали объяснения. Придется писать заявление. Хорошо. Ответ будет мне, да, официальный? Да, будет ответ. Вы считаете это правильно, да? Я считаю, есть нормативные акты, да? Mm-hmm. И у них нарушение. Вы знаете, что у нас бывает законодательство идет, или некоторые нормативные акты в разрез идут с законами? Ну, туда берется, наверное... Так, где у нас машина? Вон она. Ага. Берется, наверное, более, скажем так, весомый МПА. То есть одно дело приказ, другое дело закон. Это же разные вещи. Ни слова там нет про запрет. Если был бы запрет, они поставили бы там, не знаю, шлагбаум и все. И... В принципе, я могу на улице, с моих слов запишите, я продиктую. Напишите. Машину. Дай мне там план заявления. Там в папке в черной были. Я продиктую заявление. Пишите, чтобы у вас было все правильно, как вы все мыслите. Не, все правильно, я подпишу, что с моих слов записано верно. Но я процедуру не первый раз оформляю, то я знаю, что... Пишите сверху. Вы отказываетесь заполнить? Я не отказываюсь, пишите заявление. Нет, но вы отказываете заполнить с моих слов. Пишите заявление. Ну, вы отказываетесь или нет? Я не отказываюсь. Тогда, пожалуйста, давайте, я буду вам диктовать, вы напишите. Фамилия ушка. Сейчас. Так, сегодня 17-е, да? Сегодня 17-е. 17 марта 2015 года. Угу. Сколько вы пришли? Ориентировочно в 15:40. Я заметил административное правонарушение. В области безопасности дорожного движения. Автомобиль марки ГАЗ Соболь. Так, нужен по идее номер, да, его? Ну ладно, оставим место. Да, ГАЗ Соболь перегородил въезд. Въезд на парковку, прилегающую к зданию, по адресу Советской армии, 28. Советская армия? 28. Mm-hmm. Так. Что вам они ответили на это?
Общались вы с ними, не общались? Что они вам сказали по поводу всего того, что они перегородили дорогу? Нет, ну я сейчас своим изложу то, что я считаю нужным. Дальше-то уже... Вы уже знаете, что они ответили, по идее. Так, данное расположение транспортного средства является нарушением пункта 12.4 ПДД. ПДД. Так, данное расположение автотранспорта нарушает? Нарушает пункт 12.4 ПДД. 12.4 ПДД. А именно препятствует въезду транспортных средств. И движению пешеходов по тротуару. Въезду транспорта? Да, транспортных средств. И движению пешеходов по тротуару. Считаю, что сотрудники... Считаю, что сотрудники ФССП... Что сотрудники? ФССП. ФССП, да. Незаконно пусть будет слово, захватили территорию. Ответственность за которую предусмотрена. Ответственность за которую предусмотрена статьей 7.1. 7.1 КОАП РФ. Прошу провести проверку по данному заявлению. Привлечь. Привлечь лиц к административной ответственности согласно законодательству Российской Федерации. А, просто к ответственности. Привлечь лиц к ответственности. Каких лиц? Привлечь. Ну, сотрудников ФССП пусть будет так. Лиц сотрудников. Лиц, да. Ну, лиц написали, да, уже. Ну, сотрудников. Да, сотрудников ФССП. ФССП. Ответственностью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все, в принципе, все, да. С моих слов записано верно, мной прочитано подпись, галочки, дата. Полностью. Курган выкладывает сейчас. А что за 306 УК РФ? Дача ложных показаний. Что вы подтверждены дальше? Так, галочка, там пишу, с моих слов записано верно, да? Да-да. Курган 7-7. Так. 17.03. Фамилия, инициалы. Так, осталось только писать номер. Да, номер машины. Да. Номер газели. До свидания.
Вижу. Где писали? А. Все, понял. Можно ваше удостоверение увидеть? И как мне получить, как называется? Уведомление по... Да, заявление. По заявлению. Только дежурная часть выдает уведомление. Ну, хорошо, сейчас я прямо заеду, я получу его. Поехали, дежурная часть, конечно. А вы сюда едете, да? Нам придется с вами ехать, потому что материал передать. Так, Малов Петр Андреевич, инспектор, до 2016 года. Все хорошо, проедем с вами. Где полицейский курить нормально в общественном месте, нет? Можете представиться, нет? Что, вам полиция подала? Почему вы курили в общественном месте? Почему вообще нельзя, мы сейчас курить, что ли? Понятно. Или здесь подождать? Да, а? Отрубим.